Радуйтесь, если к вам пришли деньги. Но ни в коем случае не убивайтесь по поводу недостатка или утраты денег. Иначе их будет все меньше и меньше. Если человек мало зарабатывает, то типичной его ошибкой будет нытье по поводу того, что денег вечно не хватает. Параметры такого излучения соответствуют бедным линиям жизни. Особенно опасно поддаваться тревоге, что денег становится все меньше. Страх является самой энергетически насыщенной эмоцией, поэтому, испытывая страх потерять или не заработать деньги, вы самым что ни на есть эффективным образом перемещаете себя на линии, где денег действительно становится все меньше и меньше. Если вы попались в эту ловушку, выбраться из нее будет довольно трудно, но можно. Для этого необходимо устранить причину избыточного потенциала, который сами создали. А причиной его является зависимость от денег или слишком сильное желание их иметь. Для начала смиритесь и довольствуйтесь тем, что имеете. Помните, что всегда может быть и хуже. Не надо отказываться от желания иметь деньги. Надо лишь спокойно относиться к тому, что они пока не текут к вам рекой. Встать в позицию игрока, который в любой момент может либо разбогатеть, либо потерять все. Многие маятники используют деньги в качестве универсального средства для расчетов с приверженцами. Именно деятельность маятников привела ко всеобщей фетишизации денег. С помощью денег можно обеспечить себе существование в материальном мире. Почти все продается и покупается. Деньгами расплачиваются все маятники, выбирая любой. Здесь кроется опасность. Клюнув на приманку сложным блеском, очень легко можно свернуть на линии жизни, далекие от вашего счастья.